Понятно. Представители КНР и Бурятии подписали меморандум. Соглашение предусматривает реализацию таких проектов, как строительство отелей, причалов и даже яхт-клубов. Приоритетные инвестиционные проекты будут развиваться на территории бывшей исправительной колонии в селе Выдрино Кабанского района. Меморандум предусматривает развитие отношений по совместному развитию инвестиционных проектов в сфере обеспечивающей туристской инфраструктуры, по привлечению дополнительного туристического потока из Китайской Народной Республики. Это все находится в фокусе сегодня внимания наших государств и в периметре тех соглашений, которые были подписаны руководителями наших стран. Со стороны Китая в проекте участвует государственный многопрофильный холдинг, который занимается выездным, внутренним и деловым туризмом, морскими круизами, инвестициями, финансовыми услугами, розничной торговлей, транспортными услугами, гостиничным бизнесом и недвижимостью. Ежегодно CTG принимает более 50 миллионов туристов. Мы уже начали сотрудничать с Бурятией. Красивая природа, ее должны увидеть не только жители Китая, но и весь мир. Китай, Монголия и Россия – эти три страны-соседи. Великий чайный путь совпадает с Шелковым. Думаю, мы должны продолжить идти по этому пути. Меморандум также предусматривает возможность организации регулярных пассажирских авиаперевозок китайскими авиакомпаниями между Улан-Удэ и городами КНР.